на снимках музейных остались немногие лица. И время для нас сохранило не все имена. Тех первых, которые в небо стремились, как птицы. А слава, не знаю, была ли она им нужна. Их было немало, икаров, что в небо поднялись. На крыльях фанерках, надежды да светлой мечте. Но слабые крылья в то время так часто ломались. И кто-то уже никогда не пытался взлететь. В них мало кто верил, и денег почти не платили тем, кто за один только взлет отдавал весь свой век. Но кто-то опять и опять расправлял свои крылья. И кто-то опять и опять начинал свой разбег. Конечно, он знал, может взлет обернуться падением. Но снова взлетал и не мог высоте изменить. И, может быть, кто-то потом говорил с сожалением. Ну вот, долетался бедняга, а мог бы пожить. Не нужно жалеть тех, кто прожил красиво, хоть мало. Достойны они отношения иного к себе. Короткая жизнь, что красивой легендой стала. Должно быть, еще ни в одной отразится судьбе. На снимках музейных остались немногие лица. И время для нас сохранило не все имена. Тех первых, которые в небо поднялись, как птицы. Жизнь стала легендой, а слава была ли нужна? Сядь, Лунов.